Хлам-арт, выставку из ненужных предметов организовывают в межпоселенческой библиотеке Ленинского района уже не в первый раз. И с каждым годом фантазия ее участников удивляет организаторов и зрителей все больше. В этот раз на экспозиции представлено более 300 работ. Возраст очень разный, то есть это и шестилетки есть, конечно, больше школьники. И младший школьный возраст, средний. Вот. Ну, конечно, понятно, что родители помогали. И это хорошо, потому что когда семья вся в сборе, что-то делает своими руками, это всегда сплачивает, это всегда здорово. Что касается количества участников, очень много. В этот год даже вот все работы не поместились на нашей выставке. Но вот мы их продолжаем выносить на всеобщее обозрение. На необычной выставке можно увидеть поделки из абсолютно разных материалов. Бутылок, газет, пробок, карандашей и многого другого. Задумки порой очень необычные. Одни берут идеи из интернета, другие из головы. То есть вот все детали сварены. Возможно, у Никиты была мысль какая-то, и папа помог осуществить. А может быть, дедушка. Но явно, что опять же люди поработали вместе, всей семьей. Помимо просто красивых и необычных предметов на выставке, есть вещи, которыми можно не только любоваться, но и использовать в быту. Это бизи-борд. Вообще такие бизи-борды сейчас даже продаются. Для чего они нужны? Для того, чтобы маленький ребенок, ну где-то, вот, который только-только начинает, да, исследовать пространство жизненное, он смог попробовать вот, переключать, включить-выключить свет, закрыть-открыть замочек. Прийти на выставку, посмотреть интересные поделки и погрузиться в атмосферу творчества можно до 30 октября включительно. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».